сказки веселят, радуют и, конечно же, учат, предупреждая об опасности. Вот братец с сестрицей заигрались возле колодца и упали оба в колодец. А жила там внизу Ундина. «Уж теперь-то вы мои!» Сказав это, она увела их с собой. Стало детям совсем не вмоготу. Выход есть из любого положения. Удастся ли нашим маленьким героям его найти, имея в распоряжении лишь маленькое зеркальце? Спасутся ли они от злой Ундины?